Заседание экономического совета при главе Чувашии началось сегодня с подписания соглашения между правительством и новыми японскими партнерами. Инвестиционный проект предполагает производство в Чебоксарах жгутов кабелей для автомобилей. Компания Fujikura Automotive – один из производителей волоконно-оптического, электротехнического, медицинского оборудования, сварочных аппаратов. Годовой оборот – более 200 миллиардов рублей. Проект в Чувашии – первое размещение инвестиций в России. Мы 3 года изучали различные варианты. Присматривались к Ульяновской области, Калуге, Московской области. Решение в пользу Чувашии было принято благодаря поддержке властей региона. Возможность создания производства автомобильных жгутов кабелей на базе закрытого акционерного общества ЧАЭС представители компании Fujikura Automotive обсудили с главой Чувашии и специалистами Минэкономразвития в сентябре 2014-го. Поскольку все стороны продемонстрировали высокую готовность к сотрудничеству, вопрос решился быстро. Обещают, что производство заработает уже в феврале, тем самым в Чебоксарах появится 200 новых рабочих мест. На заседании обсудили также вопрос строительства в Чувашии завода по производству турбокомпрессоров для двигателей внутреннего сгорания автомобильной и тракторной техники. Также общество с ограниченной ответственностью «Турбоком» предполагает создать собственный конструкторско-технологический центр и на базе вузов Чувашии обучать специалистов для нужд производства. Интерес со стороны инвесторов свидетельствует о привлекательности региона, об устойчивости экономических позиций. Это подтверждает и рейтинг эффективности деятельности республиканских органов власти. По новой методике, утвержденной правительством Российской Федерации, мы предварительно по данным статистики замыкали 20-ку лучших регионов Российской Федерации, но по окончательным данным Росстата Чувашской Республике присвоено 14-е место, с чем я еще раз поздравляю. Это говорит о том, что мы на самом деле эффективно взаимодействуем, не только слушаем, умеем слышать друг друга и идем навстречу всегда друг другу. Правительство Чувашской Республики, должностные лица органов местного самоуправления, конечно, должны быть помощниками для всех предпринимателей, чтобы они могли реализовать свои проекты. Кроме того, Чувашия стала одним из первых регионов, где реализованы пилотные проекты комплексной застройки на участках фонда развития жилищного строительства. Вовлечено в оборот 9 федеральных земельных участков. Только на участке по Ядринскому шоссе в Чебоксарах можно будет построить жилье эконом-класса и объекты соцкультбыта для 8 тысяч человек. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.